К группе молодняк относится все поголовье овец в возрасте до 1 года. Ликбез на тему сельского хозяйства – обязательная процедура для переписчиков, которые с 1 июля отправятся в поля подсчитывать угодья. В администрации промышленного района открылся пункт, где проходит инструктаж. Елена Попова примеряет спецодежду – сумка, жилетка и кепка – неотъемлемые атрибуты внешнего вида. Ну а на занятиях учат и тому, как справляться с трудностями. Трудности – это в основном это понимание населения, для чего вообще это вот нужно. То есть, как бы, непонимание людей, хозяев этих вот, или вот дачных участков, или это вот частного вот сектора, которые вот неохотно идут на вот разговор. Ну, здесь нужно объяснять, для чего это нужно, и как-то вот выходить из этого положения. Переписчиков на кировские промышленные районы всего 14, но они проведут обширную работу. Каждому из них придется обойти около 600 дачных участков, чтобы внести в переписные листы площади земель, посадок и сельскохозяйственных животных. На территории города также жителей держит скот, козы, птица. Есть и крупнорогатый скот, это коровы, вот, свиньи. Конечно, это не в таких масштабах, не в таком количестве, как в сельской местности, но в то же время это присутствует. Всероссийская сельскохозяйственная перепись пройдет с 1 июля по 15 августа, но подготовительная работа началась уже сейчас. Со следующей недели раз в 2 дня переписчики должны сдавать на пункты переписные листы. Информация будет обрабатываться и анализироваться Росстатом. За свою работу переписчики получат около 30 тысяч рублей. Марьяна Мирная, Григорий Пешаков. События.